What is happiness for you? Доброе времени суток. Уже сложилась хорошая традиция публиковать не только видео, но и некоторые такие новости на тему все-таки грибов. Что хотелось бы добавить к этой фотографии? Хотелось бы так, мотивировать пользователей. Не пугайтесь, если у вас нету условий или у вас нету еще чего-то. Вот посмотрите, главное, что у вас есть желание выращивать грибы. Вот эта фотография прислали из монастыря. Как видим, желание у этих людей очень много. Они могли бы поделиться тоже с многими своими желаниями, или рвениями, или энергией, или энтузиазмом к выращиванию грибов. Здесь очень такое познавательная картинка. Вот, как видим, такие вот мешки с бактериальными фильтрами, в которых они стерилизуют зерно. Как видим, у них колбы, вот банки с агаровыми средами. То есть работа идет полным ходом. К сожалению, у них пока еще не организовано. А это Кирилл. Вот Кирилл занимается тем, что делает закладку, скорее всего, вот в такой вот автоклав. Нужно, ну, вот таким вот образом это пока происходит. У них есть хорошее помещение под лабораторию, но, скорее всего, оно в процессе доработки. То в дальнейшем мы увидим более такой какой-то цивилизованный способ происходящего этого всего. Вот такой у них, значит, смонтировали такой огромный, хороший свой автоклав стационарный. Скорее всего, они его перенесут в то место, где у них грибарня. Но пока это, я думаю, что это, скорее всего, какие-то технические испытания вот на данный момент. Вот внешний вид такого мешка с антибактериальным фильтром. Ну, на эту тему у меня есть множество публикаций. Там на самых разных, значит, посмотрите внимательно, поищите там на канале. Там есть изготовление многоразового фильтра. Ну, то есть материалы есть. Это не единственный вариант, который может быть использован для стерилизации зерна при производственной цели. Но вот такой хороший пакет, ничего не скажем, какой-то промышленный. И еще один очень просто, ну, замечательное видео, которое меня довольно-таки удивило. Как-то был случай, когда мы долго размышляли на тему, как вырастить мицелий в контейнере. И главной такой проблемой, которую, ну, вот мы обсуждали, было создание стерильных условий внутри. А именно, как вы видите на контейнерах, вот эти края крышки, они не герметично закрывают эту емкость. Это, скажем, была такая техническая проблема. Но смотрите, как она гениально решилась. Я даже когда-то сам прорабатывал такую идею и, честно говоря, технического решения не нашел. А здесь было найдено очень простое решение. То есть в новые контейнеры, они обрабатывали специально составом лизоформина со спиртом, то есть стерилизовались. И после этого под крышку, как мы видим здесь, был заложен фильтр из стерильной ваты, которая продается в аптеке. Таким образом был смонтирован вот такой вот стерильный контейнер, в котором прекрасно себе, как уже видим, был выращен мицелий. Значит, был выращен мицелий. Ну, значит, вот здесь я провожу в этом сообщении обзор. Ну, вот видим, мицелий в этом контейнере растет. То есть, скорее всего, что давно уже из этого мицелия уже выращены грибы и уже их давно приготовили. Вот еще одна такая вот занимательная фотография от одного из пользователей. Ну, по внешнему виду все выглядит как будто здесь какой-то пожар происходил. На самом же деле это не пожар, это идет в процессе, это идет процесс подготовки помещения. Что интересно на этой фотографии, вот эти непонятные конструкции, это не что иное, это стеллажи, которые сделаны из бамбука. Вот, у человека просто было в достаточном количестве бамбуковых вот таких вот палок, и он решил использовать их для монтажа вот таких вот стеллажей для грибных блоков вешенки. Скажем так, можно только порадоваться за такую вот идею. И вот это видео, фактически его главный смысл, то, что здесь мы увидели, заключается в том, что есть разные идеи, есть разные способы реализации того, ну, на что у человека есть желание. Главное, чтобы было вот это желание. Если оно есть, то реализовать свою идею можно многими способами.
чего вам и желаю.